Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, зрители! С вами я, Кирилл, и мой канал Кирилл Ржевский. Чтобы наконец-таки уже начать задание Блиц-игра, нам осталось приобрести три комбинезона для наших трех главных героев, чем мы сейчас и займемся. Я не понимаю почему, но спецовки продаются в магазине с оружием, и поэтому именно в него мы и направляемся. Для каждого персонажа покупаем комбинезоны разного цвета. Благо все они стоят одинаково, а у нас в кармане достаточно денег, чтобы приобрести все три комбинезона. Мы сделали дело, и теперь перед началом задания Блиц-игра купим колы. Позвоним Стиву из ФБР и сообщим, что все готово для будущего задания. You ready to do this? Yep, got everything we need. Okay, so move already. When you get the stuff, bring it to Devin Weston. You met him at our internal rendition site. He's a major player in the investment world, so treat him with respect. I'll show him as much respect as a friend of yours deserves. Итак, теперь мы готовы к одному из сложных миссий в игре. А с вами был я, Кирилл, и мой канал Кирилл Ржевский. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Удачи вам, друзья! Увидимся!